Без своих исторических корней любой народ катится перекати-полем по миру. Этот фильм о тех, кто в наш беспамятный век хранит то, чем крепка душа народа, традиции своих предков. Этот фильм о казаках. Мы не делили их на донских, кубанских, терских или уральских. Они все наши. С ними поднялась на крыло наша держава. С ними пришла она и в новый век. Чепельник, да? А это как? Чугунная сковорода. А это? Жуковка. А это как? Печка. Молодцы. А еще какие, знаете, казачьи слова-то? Жигало, скворец. Как называется? Жигало, скворец. А жигало что такое? Это чем мешать уголь. Да. Тебя как зовут? Ткачева Елизавета Сергеевна. Казачка. Угу. И казачка хочешь остаться? А в мужья себе, когда вырастешь, кого возьмешь? Не знаю. Ну, казака-то возьмешь? Нет. Найдешь? Найду себе казака. Да? Да. Ну, дай бог. Первая шеренга, вторая шеренга. Все, вот таким. Глубину строя. Становись. Равняйся. Смирно. Каждый год в конце апреля в столице Кубани, Краснодаре, отмечают День репрессированных народов. Геноциду в 20 веке подверглись многие на Северном Кавказе. Чеченцы, ингуши, балкарцы, но первыми в этом скорбном ряду были казаки. Что это за народ такой, который хотели вырубить под корень? И я вижу море, море, а я небеса. Земля между Волгой и Доном называлась когда-то Диким Полем. Здесь селились бродники, так раньше называли казаков, воины, землепашцы, первопроходцы. С одной стороны, казаки фактически появлялись там, где заканчивалась на то время граница. Например, была граница вот на уровне Кубани, да? Появилось кубанское казачество. На Урале – уральское казачество, дальше там – семиреченское казачество и так далее, там, и до самого, ну, образно говоря, Дальнего Востока. Так? И они же не только обживали, ведь никто же другой не шел, казаки шли. Почему? Потому что они способны были вот к этой колонистской вот этой деятельности, то есть обживать и передавать потом этот край России. Дон, или как его любовно называют, Дон-батюшка, колыбель нашего казачества. Января 1570 года считается официальным днем образования войска Донского. Царь Иван Грозный пишет в своей грамоте, обращаясь к казакам: «Тем бы вы нам послужили, а мы вас за вашу службу жаловать хотим». Ни разу после этого русские цари не предпринимали попыток закрепостить казачество. Оно всегда оставалось вольным. Оп.
Кроме донцов, вторым по значению войском было кубанское. В 18 веке императрица Екатерина Великая пожаловала черноморским казакам землю. Их предки переселились сюда из Запорожской сечи. Божьей милостью мы, Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, желая воздать заслугам войска Черноморского, пожаловали оному вечное владение, состоящее в области Таврической, остров Фанагорию со всей землей, лежащее на правой стороне реки Кубани, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границей земли. До революции казаки жили хорошо. Они содержали себя сами, у них были земельные наделы, причем богаче были те, у кого в семье было много сыновей. Каждому появлявшемуся на свет мальчику полагалось десятина земли, то есть 110 соток. На этой фотографии обычная казацкая семья. Сыновья от самого старшего до самого маленького. К 1914 году в России существовало 12 казачьих войск. Все они располагались по границам империи от Дальнего Востока до Черного моря. Жили казаки по станицам. Область расселения их называлась войском. В казачьей семье и отец, и дед, и прадед – все были воинами. Казачья лава, от нее нет спасения. Противник, если на него идет казачья лава, обычно разбегается, падает на землю. Это страшный психологический удар. Слышите? Вот они свистят. Вот, вот, идет. Они были единственной в мире неподражаемой и несравненной конницей. Наполеон Бонапарт сказал однажды: «Дайте мне 20 тысяч казаков, и я завоюю весь мир». Черный ворон. Дорого обошелся казачеству 17-й год. Только на Дону. Тогда проживало 4 миллиона казаков. После гражданской войны их осталось всего 2 миллиона. Был убит каждый второй. Яков Свердлов на заседании в ЦИК 24 января 1919 года сказал: «Учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления, к среднему казачеству применять те же меры». Большевики целенаправленно и настойчиво уничтожали казаков. Еще до октября 17-го идеологи мировой революции решили вычеркнуть их из списка живущих. Они считали этих людей опорой самодержавия, опорой веры, а значит, никакой пощады. В 19 году Дон и Кубань стали в буквальном смысле кровавыми реками. Тела убитых казаков тысячами сбрасывали в воду. В Черном море плавало такое количество погибших, что Турция даже вынуждена была направить ноту большевистскому правительству против загрязнения моря. Уникальный случай в международной дипломатической практике. А вот высказывание Льва Троцкого. «Казаки – это единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине они должны быть уничтожены поголовно». Нас немножко обидели, казаков обидели. Вы же, вы знаете, вышел закон о реабилитации репрессивных народов, да? В том числе и казачество, да? Но все получили моральные, материальные, кроме казаков. Нам что сказали? Вы же великая нация. А то ж малые народы, мы же должны немножко за малые народы без этого. А вы же великая нация русская. А чем мы отличаемся от этого? Мы же точно так же попали под эти репрессии, как и малые народы. В
Почти у каждой станицы на Кубани и на Дону стоят кресты в память о тех, кто был расстрелян в гражданскую. 150 метров левее нас здесь были расстреляны казаки, более 300 человек, в том числе и священник Михаил. Всего-навсего с этих казаков остался один живой, так как ему удалось развязаться. И он сказал отцу Михаилу: «Беги, мол, со мной». Но отец Михаил говорит: «Я буду свой крест нести до конца, а ты беги и расскажешь все, как это было, как издевались, как расстреливали этих казаков». И казаки, которые шли на расстрел, просили у него благословения. Это моя шашка. Мы казачатам, детям даем в виде памятника почетный караул, вот на праздники. Чудом после всех репрессий сохранились в некоторых семьях дедовские кинжалы. А вот этот кинжал 1872 года. Ну, хаты же камышовые были, да? Да-да-да. И вот люди куда? Обрезы прятали, карабины прятали в стриху. В камыш засунешь и все. А когда вот рассказать, чего не пошло, больше половины станицы выслали. Ага. Не было казаков. Вот оно пооставалось оружием. Ну, у нас вот старая хата, уже сломали ее, да? Вот оно было в стрихе. У этого. Когда с отцом ломали, у нее слеза даже пошла, вот, что говорит, меня же вот за этот кинжал, говорит, и посадили. Так всю семью в Казахстан выслали потом. Деда расстреляли, а потом в 46-м году всех выслали в Казахстан. Выслали все, там дорогой дитё умерло, родилось у бабушки. Моя семья большая была. Всех выслали в Казахстан, жили в Казахстан. Кошаре выбросили. Ну хорошо, казах пришел, да, там накрыли, помогли накрыть камышом там уголок. Они там зиму пережили. Вот слово после. «Казах», наверное, было под запретом, да? Да, да, ёлки, да вообще боялись. Ну, я говорю, это кошмар, что творилось. Разве так можно было жить? Это ужас. Ну вот так вот. А теперь тут возродились. Нас никто у нас теперь уже не сломает. Никто нас не сломит уже. Все. Уже силу мы набрали, и возврата, может, к старому не будет. Великая Отечественная. Еще одна трагедия казачества. Одна половина казаков воевала за родину в рядах Красной Армии. Казачьи части принимали участие в параде Победы. Другие не забыли обид, нанесенных советской властью, и стали на сторону Гитлера. 110 тысяч казаков воевали на Балканах в форме германского вермахта. Весной 45-го они сдались союзникам в Австрии. Британцы по договору с Иосифом Сталиным передали их советской стороне. Тысячи погибли, были расстреляны или сгинули в лагерях. Революции, две мировые войны, раскулачивание, голодомор, коллективизация. Казалось, шансов для них никаких. Мы все жестоко виноваты перед казачеством. Коммунистический геноцид, который над казачеством был учинен, первый геноцид в России и один из первых геноцидов на земле, говорил Александр Солженицын. Но вырубить под корень казачество все же не удалось. Песня 17 века. Они помнят свой род до седьмого колена. История семьи для них не просто предание, это жизнь. А это мои предки. Это вот мой дед. Покажите. Покажите. Это вот мой дедушка. Ага. Это моя бабушка. Они Конновские сами. Фамилия Казмины. А это вот мой дядя Яков.
Значит, в 14 лет его сослали строить Комсомольск на Амуре. Ага. Ну, по доброй воле, конечно. А это мой дедов брат. Вот ему было 27 лет, под Богучарами он за белое движение сложил. Да. Мы просто живем. Бог даст, мы без всяких там, ну, на будущее планов сохраним и род свой, и кровь свою, и дух свой. Самое главное – дух. Без духа ничего нет. Нет духа казачьего, не будет ничего. Почему сейчас вот едем, поселки рабочие пустые? Ведь пойдите сейчас по рабочим поселкам, вот, по шахтерским, ночью. Собака не загавкает, кочет не заорет, не закричит, кот не кричит, коровы не мычать. А были же и коровы, и все было у людей. Вымерли старые, а молодежь еще попередье померла от этого дела. Что главное? Уважение к старшим. Все выходные, праздники. Мой отец самый младший по роде, Иван Савельевич, вот, брал меня за руку и говорил, идем проведать отца. Боже упаси, не прийти было в воскресенье проведать Савелия Ивановича. Так, дядюшка? Приходили, баба Моти, бабушка, готовила пирожки, вареники, мы тут качели, дед был строитель. И они проведали, он брал жену, мою маму, брал. Каждые выходные сыновья шли в этот двор, где наш Черновский, шли и проведали. Боже упаси, ни одного слова мата никогда не было слышно. Это самое великое достояние на Дону. В Серебряном хуторе стоял дед у рубахи вот такой, бечевочкой подпоясанной, поясочкой. Стоит на байде коперсе, глядит за Дон. Я говорю, дед, а что ты там смотришь на Серебряном кургане? Да сыновья мои ушли в 19-м году, жду, можно вернуться. А это был 72-й год. А он стоял, дед, не ждал. У нас такой же дед Медведев был у Калитве. Все глядел по ту сторону Донца, ждал, когда вернутся сыновья. Они не возвращаются. Вот так ждали. Вот такая память у нас. Не для меня придет весна, не для меня дом разольется, и сердце девичье забьется. После эвакуации из Крыма остатков Белой армии на греческом острове Лемнос был разбит лагерь кубанских и донских казаков. Болезни, эпидемии унесли в могилу многих. Но все равно они верили, что когда-нибудь вернутся на родину. И молились в этой маленькой церкви, сделанной своими руками в обычной палатке. Вот это мой прадед. Где он похоронен? Он на Лемносе похоронен. На греческом острове Лемнос, да? Вы туда ездили? Да. Нашли? Я был там. Нашли могилу-то? Могилу нет, потому что со всего кладбища осталось там 10 надгробий, и те разбитые все. В станице Брюховецкая, что на Кубани, сохранился архив, где собраны родословные всех станичников. Это все церковные книги, самая ранняя, 875 год, я могу вам... Покажите вот так. Пойдемте. А прямо здесь? Да? Так, 875 год, актовая запись номер 3, рожден 11 января 1875 года, наречен Сава, фамилия Кусунов. Станица Переяславская, казак Поликарп Павлович Кусунов и законная его жена Евдокия, оба православные. Вот здесь вот указываются те, кто при крещении, и псаломщик. Ага, как вот. Интересно. Он даже да. Сохраняется все. И тут тоже запись. Да, это здесь тоже запись. Это да. И ищут люди, ищут, приходят. Ищут. Вот, у нас очень много. Я же вам говорю, приезжали. Один из Америки был в прошлом году. Но он бывший житель станицы Переяславской. Приезжал, свои корни искал. Нашел? Нашел. А ваши есть здесь? Вот здесь, в этих вот книгах? Вот есть, да. Ну, покажите ваших так, предков. 15-й год сейчас. Ну-ка. Здесь дедушка. Дедушка? Ну-ка, интересно. Интересно.
Кто же? Павел. Ну-ка. Андреевич Дьяченко. Когда родился? 2 июня 1915 года. Он тоже потомственный казак. Вот его, казак Андрей Петрович Дьяченко и жена его Параскева Васильевна. Оба православные. В столице Донского казачества в городе Новочеркасске есть Воскресенский кафедральный собор. Его называют «Солнцем Дона». Это духовная цитадель войска Донского. Здесь в войсковой усыпальнице упокоились герои Дона – атаманы Платов, Орлов, Денисов, Бакланов и Ефремов. Среди казаков были не только воины и военачальники, но и ученые и писатели. Николай Тураверов, его называли «казачьим Есениным». Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона». На Кубани родился Федор Щербина, основатель российской статистики. Евгений Фелицын, знаменитый историк кубанского казачества. На этом пьедестале атаман Платов и вождь пролетариата Ленин сменяли друг друга с регулярностью в 70 лет. Памятник атаману был открыт в 1853 году. С приходом советской власти в 1923 был снесен, а на постаменте появился Ленин. Простоял он ровно 70 лет, пока донские казаки не восстановили историческую справедливость. И теперь снова здесь атаман Платов. В Казачьем музее в Новочеркасске среди уникальных экспонатов есть скромная фотография времен Первой мировой войны. На ней небольшого росточка казак – георгиевский кавалер. Первым в русской армии, кто получил эту награду из нижних чинов, был донской казак – Козьма Крючков. Он отличился в героическом подвиге, был в разведке, к сожалению, попал в засаду. И вот один с группой вступил в единоборство с противником. В результате этой схватки вышел победителем. Получил сам 11 ранений, а его лошадь 14. Спасли Кузьму не только умение воевать, но и его боевая лошадь. Конь для казака – это член семьи, верный друг. В трехлетнем возрасте детей сажали в седло, а пятилетние уже свободно скакали по степи. Поехали одеваться. Да. А вот как, встал, смотри, встал на нее, она лежит и спрятался. И слушает тебя. Родной просто тебе, родной. Опа, девочка. О, они всему приучены. Так же можно прятаться и от дождя. Да? Да. В общем, лошадь это святое. Святое? Если там, ну, допустим, на той же самой войне или там на каком-нибудь патруле так же. Ага. Ну, лошадь это лошадь. А в патруль ходили? Конечно. Ну, у нас ежедневные патрули. На дачах, дачные участки там. Ну, и она в любом случае выручит. Конечно. Во славу Кубани и традиции кубанского казачьего войска! Знаменная группа! Первая смена! На пост! Шагом! Марш! Город Краснодар раньше именовался Екатеринодаром, но в ноябре 20-го большевистские власти направили в Москву телеграмму. Во знаменование Октябрьской революции, считая название города Екатеринодар напоминающим рабские времена и совершенно бессмысленным в Республике труда навсегда освободившихся от потомков Екатерины и их приспешников, постановить просить в ЦИК именовать город Краснодаром. Спустя 100 лет историческое название города – этого Парижа-Кубани, как тогда говорили, может быть, все же вернется. Здесь считают честью служить в армии и думают, что необходимо создать в стране хотя бы одно юнкерское училище, которое готовило бы казачьих офицеров. А пользоваться-то умеете кинжалом? Ну, а как же. Ну, покажите что-нибудь. Такая чешуя. Не, я не буду. Это кинжал боевой, вы знаете. А почему нельзя боевой я показывать? Я показываю сыну и то, чтобы никто там особо не смотрел. Почему? Ну, оно должно передаться.
по наследству. И шашкой владеть тоже, она, знаете. А есть какие-то особые приемы? Есть, да. Это ж один-единственный сын в семье. А вот серьга, вот он, один в семье мужчина. Вот. А почему серьга? А как же ж. Раньше серьгу носили казаки. И вот когда в строю говорят, смирное равнение там направо, да? Левое, кого в левой ухе серьга, того старались приберечь. Потому что знали, что он один в семье, последний, продолжитель рода. Ми вже много хлопців, от, будемо говорити, скінхеди ті, да? Ми їх повитягували оттуда, з цих, будемо говорити, грубо шайки. Да? Вони нормальні хлопці. Ми ті наші казачата, які вчаться в школі, ми завжди держимо їх під контролем, Боже упаси, щоб ти пропускав або плохо вчився, ми ж з тебе спросимо. В очередному великому кругі нам поступили нові казаки. Молодые люди. И сегодня мы их приведем к присяге. Обещаюсь быть честным, добросовестным, храбрым казаком и не нарушать своего обещания из-за корысти, родства, дружбы или вражды. В заключение данного мною обещания осеняю себя крестным знаменем, целую Святое Евангелие и Честный Крест и ниже подписываюсь. А без веры казака нет, да? Нет, казак без веры не казак. Нас 70 с лишним лет там отлучали от церкви, как говорится, да? За год мы не придем обратно в церковь. Вот они еще не будут полностью верующими, да? Их дети, может быть, тоже еще не будут, но их внуки 100% будут верующими. Сегодня на Дону и Кубани 7 кадетских корпусов. Казачьи дружины вытащили из грязных подвалов, спасли от наркотиков, пьянства и разврата 36 тысяч детей из неполных семей, определив их в казачьи школы и кадетские корпуса. Три! Во многих семьях мечтают определить своих детей в эти учебные заведения. Если Екатерина, конечно, посылала сюда наших дедов охранять кордоны, то я думаю, правильно. Мы же тоже тут не в игрушки играться будем. А так что есть, что охранять? Ну а почему нет? Есть, конечно. Сейчас какие у нас условия жизни? Кто не успел, ну да, тот, ну будет, да, кормить чужую армию, правильно? Ну да. Так что поэтому я считаю, наша работа нужна. Мы еще по старинке воспитываем своих детей. Ну, нас вот сколько уже прослужило, мы отправляем в армию. И сейчас хорошо сделали границы, вот эти будут охранять побережье от Сочи до Ейска. Казаки дополнительно. Да, и помимо, уже есть приказ, уже набираем мы молодых от 18 до 40 лет. И теперь будут они ездить как контрактники, но вахтовым методом. 20 дней служил, 10 дней дома. Оренбургская область, российско-казахстанская граница. Тысячи километров открыты для любого контрабандиста. По степи можно провести сотни тонн наркотиков и любой контрабанды. При малочисленности здесь погранвойск обеспечить безопасность границ просто невозможно. Сегодня Россия имеет практически такую же территорию, как и в конце 18 века при императрице Екатерине Великой. И современная граница совпадает с той старой границей, где когда-то стояли линейные казаки и их станицы. Они защищали и себя, и границу. Николай Лобынцов заложил здесь фундамент казачьего пограничного поселения. Пока живет один. Здесь пытались создать, ну, будем, поселение, хутора или что-то, в общем, казачество. И они же брались охранять границу. Ну, я тоже был сторонник этого. Даже на сегодняшний вот момент я что могу сказать? Вот она, граница, она сейчас открыта. И я не понимаю, там вот пишут, там на той таможне задержали контрабанду, задержали наркотики. Когда вот здесь вот открыто, сейчас бери, вози, ходи, делай, что хочешь. Пограничники сами, они, ну, не в силах сегодня
это протяженность этой границы. Вот у меня моя территория, я в этом году могу сказать, что у меня ни один человек не прошел. Так что где-то, не знаю, у меня в прямом смысле граница на замке. Ну, была попытка проехать машина, вот следы, вот проехать постороннему транспорту. Вот поэтому мы перекрываем, чтобы движения никакого не было. Ну и один в поле воин. А таких, как он, могло бы быть тысячи, если бы для этого были созданы хотя бы минимальные условия. У вас же ведь много противников. Сами знаете об этом, да? Вы знаете. Что и вас ряжеными называют, и всякое такое. Скажите. Вы знаете, у нас на Белокалитвинской земле, на нашей Донской, нас ряжеными здесь никто не называет. У нас здесь уважение, казаков здесь уважают и почитают. И более того, в казаках видят защиту. В 90-х годах самые отчаянные молодые казаки в качестве добровольцев принимали участие в военных конфликтах. В Приднестровье, Абхазии, поехали в Сербию, в Косово защищать своих православных братьев. Многие погибли. А сапоги дедовские? Сапоги прадедовские. 905 год сохранились еще здорово. 102 год пошел. 102 год сапогов? Да. И носите? Носим, а что ж еще? А размер какой? 43-й. Как у прадеда? Как у прадеда. А как сохранили-то? Почему? Сохранили, нашли нечаянно на чердаке, завернули, потому что это подарок был Министерства финансов прадеду. Императорской России еще? Императорской России. И вот нашли на чердаке сапоги прадедовские. Это была его самая высшая награда. Станица Брюховецкая знаменита тем, что в 1918 году спасла духовные ценности казачества, их регалии. Там были все и перначи, и насеки, и хоругви, и грамота Екатерины Великой, и грамоты всех наших царей, которые в свое время жаловали грамоты и атаманские булавы там, и все-все то, что принадлежало казачьему войску, в первую очередь Запорожскому и, самое главное, Евангелие. Когда красные вошли в станицу, регалии увезли на хутор и спрятали в трех местах. И в чем Божья благодать? Когда закопали, захоронили регалии, в поле маленький морозец, и пошел обильный снег. И скрыл всю эту территорию, где были захоронены регалии. Поэтому они спокойно пролежали с февраля по август месяц, когда их приехал тогда уже конвой оттуда с Екатеринодара, их выкопали и перевезли в Екатеринодар. Долгий, полный опасности путь проделали казачьи регалии через Турцию, Сербию, Швейцарию, Германию и прибыли, наконец, в Америку. Спустя почти 100 лет, в 2007 году, половина из них вернулась в Россию. Первая партия прибыла 20 апреля. Потом 7 сентября 2007 года прибыла вторая часть коллекции. Ну и часть коллекции находится на реставрации. Бесплатно американцы отдали? Бесплатно. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна. Здравствуйте, как поживаете? Спасибо, хорошо. Здравствуйте. Вам о, спасибо за небольшой прием. Даже с букетом. И вперед. Важную роль в возвращении регалий сыграла Наталья Назаренко, которая живет в доме престарелых в штате Нью-Джерси в США. Она свидетель далеких бурных событий 20-х годов. Дочь генерала Науменко, который в августе 18-го отбил у большевиков Екатеринодар. Он был и главным хранителем святынь кубанского войска. Умер в Америке, так и оставшись подданным Российской империи. Мой папа всегда говорил, что регалии должны быть возвращены на Кубань. Всегда говорил? Да всегда говорили. Казаки. А почему? Потому что он был настоящий казак, атаман казачий. Почему вы решили вернуть ценности в Россию? Да потому что она принадлежит России, а не американским гражданам. Я вам говорю, все эти, которые казаки были с регалиями, они на том свете. Потому что мне 88 лет. Я приехала с 6-месячным ребенком, а эти казаки приехали взрослыми уже людьми. Так что им было бы по 120, по 150 и так далее. Нет свидетелей, я одна свидетельница. Детей у нас никаких тут казачьих нет.
эти дети казачьи все настоящие американцы. Добро пожаловать в Кубанский казачий музей в штате Нью-Джерси, Хавелл. Это наши казаки, они вас приглашают посмотреть наш музей. Пожалуйста, пройдите. Это наш атаман, познакомьтесь, Александр Михайлович Пивнев. Здравствуйте. Ну, давай, поздоровайся с тобой же. Это, кстати, последнее место, в общем-то, последний кусок земли казачьей, официально. Можем сказать. Ну, не только в Америке, мы считаем, что... Если сравнить с Кубанью с Доном, там не скажешь, что это земля донская, официально, казаков. Здесь земля, это наша казачья. В американском казачьем музее хранится последняя часть регалий. Среди них подарки российских императоров. Каждый наследник престола всегда становился атаманом всех казачьих войск. И ему вручался символ власти – золотой пернач. Некоторые, я слыхал, что с удовольствием бы купили бы, но на эти, я же говорю, что на эти на регалии нельзя сложить цены, потому что это заслуги, так сказать, поколения. Это не то, что заслуги тысячи или одного полка, другого или целого войска казачьего. Это заслуги многих поколений казаков, начиная еще от Запорожской сечи и так далее. Это, так сказать, десятки поколений прошло, или, может быть, даже больше. И все это, так сказать, в основном это здесь было. Начиная с Запорожских знамен, булавы, печати и так далее. Это, и, значит, кончая вот Николая II грамоты, это одна из последних грамот. Гербы казачьих войск. Вы знаете, что их было 12 в России. Все они были, имели статус автономии в то время, вот как теперь у нас республики. Вот в то время только казачьи территории были автономными. То есть земля, войска. Почему мы и говорим, что главный документ это, конечно, грамота Екатерины II императрицы. А как вы считаете, можно вернуть землю? Землю-то. А вот это... Сложный теперь вопрос. Ну, как вы считаете? Я думаю, что теперь уже нет. В нынешних условиях, я думаю, что нет. Ну, хотелось бы, да? Ну, естественно. Понимаете, если не будет земли, мы, казаки, теряем, в общем-то, весь свой смысл. Традиции, уклад, казачий дух – все питается землей, их землей, на которой они жили испокон века. Если, допустим, зажиточных казаков всегда был строевой конь, то у бедного казака, вот он напахал, колокол ударил, вот это самое высокое место в станице Брехерецкой, по всей округе, на 20 верст было слышно удар кулака. Отцеплял плуг, прыгал у коня, все, седло раз, и он уже в строю. Поэтому тогда как-то было. А сейчас вот, ну если у вас, допустим, 20 гектаров земли, и вы возьмете кредит, вы всю жизнь будете ее выплачивать. А чтобы нормально развиваться, то надо минимум 200-250 гектаров земли. Сегодня вам никто ее не даст, потому что ее нет. Сегодня, как и в начале 20 века, во времена гражданской войны, когда коммунисты уничтожали казачество, стоит вопрос о земле в казачьих областях. Получат ли они возможность работать на земле своих предков? Возродится ли уклад земледельцев и воинов? Нам же отдали то земли брошенные. Они 15-20 лет не обрабатывались, они заросли. Вот это тоже пахотная земля. Вот нам надо. Вот это все пахотная вот земля. Это пахотная земля. Вот так ее быстро пахали, ну, в смысле, так в это, и что она... успели такие деревья вырасти. Здесь все казачьи были земли. Которые Екатерина вам подарила, да? Да, которые указ Екатерины есть о передаче. Краснодарский край, станица Густой Гай, казачья община. Они пытаются выжить и стать, как их предки, уверенными в себе казаками. А пока бесконечная борьба. Вот это же вот честь и хвала нашему атаману, что он сделал вот это вот предприятие «Густой Гай». Да? Ведь люди же спивали, земли нету, а больше негде работать. А сейчас, ну, все-таки 600 гектаров надо обрабатывать, да? Пусть это 50 человек занято, но это рабочие места, да? Здесь 12-15 человек занято сейчас, летом там до 40 человек, да? Вот. Поэтому земля, она всегда нас кормила. У нас трудности вот, с техникой, с обработкой почвы, уборкой.
Комбайна у нас своих же нет. Вот зерноуборочные мы нанимаем комбайны, чтобы убирать. Ну а где взять? Везде на проблему как решать? Да проблем нету. Как проблему решать, я имею в виду? Вот, вот и деньги, и люди приедут и уберут. Турки к нам проезжают, турки убирают. С Турции проезжают, им выгоднее убирать, чем нашим. Вот у нас в сельхозтехнике по лизингу было 3 комбайна. Они, значит, 3 года поработали, и это все распалось. Говорю, в чем дело? Говорит, нету прибыли, в убытке мы сработали. Угу. Для того, чтобы работать в сельском хозяйстве, оно спокон веков, сколько, ну вот всю жизнь я проработал, да, в сельском хозяйстве, оно жило на кредитах. Вовремя давай кредиты, и вовремя все надо делать. Сейчас я же говорю, мои удобрения уже давно могли внести. Понял, а кредиты почему не дают? Да потому что у нас собственность. Обеспечения нету. Кто за нас, поручителя, нету. Мы как голые. Что мы можем? Ничего же. Если мы пролетим где-то банкротами, с нас нечего будет взять. Все понял. Если государство поможет этим людям, то и они помогут ему, когда придет час защищать свою землю. По улицам и площадям Краснодара идут казаки, потомки вольных сынов Дона и Кубани. Как называл их когда-то генерал Корнилов – рыцари земли русской.